Прежде всего, я хочу поздравить всех шахтеров. Сегодня день шахтера. И посвятить им эту победу, которую мы сегодня удачно смогли. Это был очень сложный матч. Нам попалась команда, которая очень сильно закрывается в обороне. Индивидуально опекает. И для нас иногда было очень сложно найти свободное пространство, чтобы как можно ближе добраться к воротам соперника. Вы понимаете, практически 10 игроков соперника стояли у своих ворот и усложнили нам эту задачу. Тем не менее, мы создавали моменты в первом тайме. Во втором тайме улучшили некоторые моменты свои. Снова создавали некоторые опасные моменты для соперника. И смогли забить гол. И не прометили практически ни одну возможность гола в атаке. Apenas teve um remate que o Piatov defendeu na primeira parte. E praticamente não давали соперника создавать никаких опасных моментов в наших ворот, и не считая того момента, когда Пятов отлично сыграл. Mas reforço aqui que foi um jogo muito difícil. Тем не менее, хочу еще раз сказать, что сегодня был действительно сложный для нас матч. Mas fomos um justo vencedor. Но мы победили сегодня, я думаю, что это было правильно. Если будут вопросы? Спасибо.